Саду рассказывает наш корреспондент. Серьезные и веселые, смешные, величественные, спокойные и задиристые. Это все птицы, спутники нашей жизни, добрые друзья. Весной мы наслаждаемся их пением, осенью с грустью провожая взглядом летающие стаи. Интернациональный экологический праздник отмечается в Узбекистане уже 10-й раз. Идея помогать пернатам, добравшись до нашей страны, попала на благодатную почву. Сегодня клубы общества охраны птиц Узбекистана, созданные при 5 университетах республики, объединяют более 100 активных студентов, выступающих организаторами акций в честь этой и других значимых экологических дат в различных регионах республики. Уже 4-й год День птиц в Узбекистане проводится под эгидой международной программы Spring Alive, призванной помочь людям разного возраста осознать необходимость природоохранных действий, направленных на защиту мигрирующих птиц. Тема Международного дня птиц в этом году, она касается птенцов, оказавшихся в беде. То есть птенцов, которые выпали из своих гнезд или покинули свои гнезда преждевременно. И поэтому мы стараемся объяснить людям, что же делать с такими вот птенцами. Для этого мы разработали целую информационную кампанию, которая называется «SOS-UZUSPB». Вот, как видите, мы все вот в таких вот майках сегодня, все волонтеры. В майках SOS-UZUSPB. По этому хэштагу люди могут обратиться к нам. То есть, если кто-то вдруг нашел птенца, выпавшего из гнезда, он может опубликовать фотографию с вот таким вот хэштагом. И мы либо поможем советом этим людям, либо направим эту пострадавшую птицу в специальный питомник по реабилитации диких птиц, который будет лечить эту птицу и далее уже выпустит ее на свободу. Бережным отношением к птенцам были пронизаны мастер-классы для детей и взрослых, познавательные игры и беседы, а также экскурсия, в ходе которой можно было понаблюдать за птицами ботанического сада. Мы должны оберегать их. Они уничтожают разных насекомых. В этот день мы устраивали разные конкурсы и игры. Я рисовала птицу черный стриж. Он сидит на ветке и украшает нашу жизнь. Птицы, как и другие представители фауны, тесно связаны с человеком. Они не могут без нас, а мы без них. Организаторы праздника признались, что главную свою задачу видят не в разовой помощи птицам, а в привлечении внимания к вопросам сохранения природы. И, судя по реакции участников, эта задача вполне решаема. Все, что ли?